По данным статистики, россияне намного больше остальных представителей Евросоюза тратят на алкогольные напитки и там, сигареты. 8,3%, друзья. Вот почему, мы узнаем у руководителя общественной организации «Трезвый Ханты-Мансийск» в нашей студии Александра Буколов. Доброе утро. Доброе утро. Доброе Итак, утро. Сегодня Всероссийский день трезвости. Такой глобальный, странный праздник. Как вы думаете, как нужно отмечать Всероссийский день трезвости? Ну, прежде всего, конечно же, трезво. Так. Вот как вы, как председатель организации, будете отмечать? Я пойду сегодня в школу, в первую школу, и проведу урок трезвости. То есть вот так вот ваш день, да, ну, не профессиональный праздник, но все-таки праздник, именно так вы его и проведете. Да, да, и в принципе каждый родитель тоже должен позаботиться о том, чтобы его дети жили трезво. И вот получается, что в этот праздник как раз об этом повод задуматься. То есть повод поговорить. Скажите, а как нужно разговаривать с современными детьми, чтобы донести до них, что трезвость — это хорошо, что трезвость — это круто? Ну, прежде всего необходимо формировать понимание, что трезвость — это естественное состояние, что вот когда человек рождается, он рождается с трезвостью, да. И это ценность большая. И мы вот даже объясняем на наших уроках, что это ценность, которую люди порою не замечают, ну вот как умение дышать. И далее вот нужно постепенно наполнять это понятие, что трезвость — это основа для создания хорошей семьи, для того, чтобы мозг у человека хорошо соображал, и чтобы он мог добиться успеха. Вот. И вот так это мы объясняем. И далее, конечно, нужно рассказать, что в наше время многие люди лишены трезвости, их трезвости лишают через средства информационного террора, через явную скрытую рекламу и другие механизмы. И сформировать вот понимание, как можно трезвость защитить и помочь другим людям в этом. Ну, собственно, и сломать ту систему, да, на которую нас якобы для, да, по какому-то мнению пытаются посадить. Ну, вот ваша организация несет именно только просветительскую, да, или какую-то агитационную деятельность, или вот есть какие-то там конкретные движения, вы идете, вытаскиваете людей из сложной ситуации, опять же, там объясняете. Ну вот мы работаем, проводим уроки трезвости в школах, то есть это самое вот как раз действенное. Вот когда человек уже вырос, его переубедить, это зачастую сложно. Ну, это... Да, да. Но представители нашего общественного движения с такими людьми тоже работают. Мы проводим для них курсы сознательной трезвости, курсы по формированию трезвых убеждений. Но там обязательно человек должен сам желать освободиться от своей зависимости. А, ну, извините, перебью. А как вы понимаете, что это действительно действенно? Что ваша беседа не прошла даром? Ну вот, если касаться курсов по формированию трезвых убеждений, то вот если человек все требования курса соблюдает, то есть там 10 занятий по вечерам, и написать еще 60 дневников после этого нужно по особому методу нашему, вот, то если человек это выполняет, то там практически 100% эффект. Вот. И если брать уроки трезвости в школах, то мы берем обратную связь от учеников, общаемся с ними, и там эффект заметен. Хорошо. Ну вот, опять же, как конкретно, если спросить вас, как вот вы встали и пришли вот к такому убеждению, да, для себя, и потом стали председателем этой организации, вот именно трезвый Ханты-Мансийск. Как прийти, как вы для себя пришли, что все, нет, надо жить трезво, надо жить хорошо. Ну, я не сразу к этому пришел. Мы с друзьями, с единомышленниками хотели как-то помогать нашей стране, потому что родина у нас сейчас в тяжелом положении. И мы вот пытались о политических некоторых процессах разговаривать с людьми. Вот. И потом мы все-таки поняли, что сейчас очень важна трезвость для нашего общества, потому что это обеспечивает высокий уровень абстрактно-логического мышления и способность людей понимать вот социальные процессы и целенаправленно влиять на них. То есть, когда человек становится активным гражданином, вот все-таки для этого во многом важна трезвость. Ну вот жизнь меняется. Это какая-то абсолютная трезвость, да? Ведь это касается не только алкоголя, это должен быть вообще трезвый такой взгляд. Ну да, то есть трезвость — это состояние свободное от запрограммированности на самоотравление любыми интоксикантами, любыми ядами. Хорошо, но вот жизнь меняется?
Вот когда очищаешься, освобождаешься от всего. Да, конечно. Появляется и больше времени. И как-то вот я по себе заметил, что появилось желание больше делать. Творчество. То есть работоспособность. Сил каких-то, да, появляется больше. Творчество, да. И заряд вообще, в принципе, мне кажется, положительных эмоций, энергии. Ну, нужно тогда подготовиться заранее и продумать, чем заполнить это свободное время, чтобы потом не вернуться обратно, встать на тот же путь, на котором были. Мне кажется, все пойдет само собой. Вы знаете, я был студентом медицинского института, когда вот решил жить трезво. Я был, обычный студент, как все. И мне просто всегда от жизни хотелось большего, больше знать, больше уметь. И вот когда я начал жить трезво, то у меня просто жизнь стала более успешной. И я только рад этому. Это отличные слова, отличное завершение нашей беседы. Вам спасибо огромное, что пришли. Еще раз вас поздравляем с праздником. Друзья, спасибо. Всероссийский день трезвости. С гостем прощаемся. С вами же увидимся трезво через 2-2,5 минуты.